но даже в разброс. Мы повсюду едины с магнитом России, Москвой. Владимир Казимиров читает студентам свои стихи. Говорит, дипломатия и поэзия имеют много общего. Строительный материал тот же. Мысль и слово. Слово верно и кратко. Для поэзии очень важно кратко выражающее эту мысль. В Брянске программа умидовцев обширная. Дипломаты встретились со студентами и сотрудниками БГУ. Творчество русского лирика Федора Тютчева стало одной из центральных тем лекции. Исследование жизни Тютчева, исследование творчества Федора Ивановича Тютчева в нашем университете – это постоянная работа, постоянная деятельность. Поэзия – отдушина и оружие российской дипломатии. Так отозвалась о творчестве мидовцев газета «Вашингтон-Пост». Антологии со стихами дипломатов выпускает поэтическое объединение «Отдушина». Помимо творчества, Союз занимается изучением истории поэтов-дипломатов. Сегодня наша делегация привезла два действительно редких, я бы сказал, уникальных документа. Это диплом об окончании Тютчевым Московского университета и несколько документов, связанных с его деятельностью в Министерстве иностранных дел. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить. Нынешние дипломаты продолжают тютчевские традиции. Также верят в страну, также посвящают ей стихи. Страна моя, как сладко мне с тобой. Порой я плачу, что тебе так больно. Порой слеза грудь оросит невольно в моей душе. Ты остров, счастье мой. Валерия Бурносова, Анатолий Чекрыгин. События, Брянск.